проигравшая сегодня команда, ну та, что вылетит из розыгрыша чемпионата России, сыграет с Лагуной за третье место. Но Забородова бьет, и здесь Сенцова блокирует удар, правда, контратака не получается. Фернандо на Правдину, и вот здесь уже нарушение, пожалуй, не вызывает сомнений. Никитина. На этот раз будет бить Фернандо. Вышла Завьялова вместо Правдиной. Фернандо так не отфурял. Ты будешь бить? Да нет, ты. Удар и гол. Но взять такой удар не было ни единого шанса у Анастасии Ивановой. Ну, может, преувеличил, да? Ни единого. Все-таки санкции всегда, но удар очень уж хорош. Для «Авроры» это означает, что им теперь нужно забивать 4 мяча. Ну, в общем-то, сейчас все равно «Авроре» надо забивать много. Сейчас фактически каждые полторы минуты надо забивать «Авроре». Насколько это реально, уже сказать сложно. Ой-ой! Я так понимаю, Никитина забила. Поймала норманочка своих соперниц на смене вратаря. И счет становится 2-0. Автогол Елизаветы Никитиной. Третий год подряд норманочка выходит в финал. Но «Аврора» шансы на чемпионство уже потеряла.